Вы на канале «Улица Москвы». В этом выпуске мы будем прогуливаться относительно недалеко от станции метро «Водный стадион». И здесь вот на улице Выборгская расположился жилой комплекс «Невский». Это проект бизнес-класса от девелоперской компании «Крост», которая активно застраивает север, а также северо-запад нашего города. Ну, фактически, да, тут, наверное, северо-запад больше, хотя округ северный. На саму территорию мы не попадаем. Вот, пойдем вокруг. Здесь, правда, несколько омрачается соседством ситуация с сезоном номер 5 «Водник». Вот он прямо. Небольшой парк, Невский парк даже обозначен. Ну, скорее всего, такой скверик. Ну, написали «Парк Невский». Рядом также расположился жилой комплекс «Маяковский» от компании «Текта Групп». Ну и вообще тут на «Водном стадионе» очень много новостроек. И «Талисман» на «Водном», и «Водный», и «Кронштадтский 9». Все только нет. Тут вот еще там дома. Вот. Ну а теперь будем думать, как тут все это обходить старательно. Ну, название выбрано не случайно, находится близ Ленинградского шоссе, которое идет по направлению к Санкт-Петербургу. А как мы с вами знаем, Нева — это главная река этого города. Посмотрим, там интересно. Я не знаю, что они тут решили изобразить. Может быть, Неву, заключенную в высокие берега. Очень здесь интересная архитектура. Поначалу даже кажется, что это какой-то бизнес-центр. Но нет. Тоже жилые дома. А вот еще раз смотрим на Маяковский. Можно сюда зайти, раз здесь свободный проход. А любят девелоперы «Водный стадион». Ну, тут удобная транспортная доступность, недалеко также МЦК. И все-таки верх зеленой ветки, он не кажется каким-то там непрестижным или какие-то тут минусы существенные. Скорее, больше плюсов, такие как близость к каналу Волга-Москва, например. То есть и до воды тут недалеко. Много также парков, усадьба, Головинские пруды. Мы гуляли там ближе к «Водному стадиону», здесь же все-таки несколько дальше от метро, но видите, тут тоже много новых зданий, домов. Вот это, похоже, все-таки офисный центр. Как мне подсказали, это офис. Вот эти дома — это офисы самого девелопера «Крост», который занимается застройкой. Ну и, собственно, вот
Они же строят, например, в Элтон Тауэрс, где мы недавно гуляли. Хорошо в Умнёвниках. Ну, в хорошо в Умнёвниках вообще у них очень много проектов разных. Так, ну вот. Вышли сюда. Как подсказали, там прямо не было бы прохода. Ну, ЖК Маяковский относится уже к Головинскому шоссе. Там вон промышленные альпинисты работают. Еще. Ну, промзона Братцева называлась она. И вот на ее месте сейчас строятся дома. Тоже примыкала, получается, к Московскому центральному кольцу. Была такая даже станция Братцева. Она, конечно, не совпадает с усадьбой Братцева, которая находится в Тушино. Мы тоже там были. Кстати, любопытно, на МЦК была станция Серебряный Бор также, которая тут также не совпадает на местности с Серебряным Бором. Здесь он база дорожной техники. Вот. Вот он, Маяковский. Хорошо, что не ставят заборы. Заборы вообще не нужны, как я считаю. Ну, если совсем какой-нибудь там элитный премиум класс, может быть, еще. Ну, также, что рядом, стоит отметить, что рядом кладбище находится, помимо СИЗО. Вот еще ложка дегтя такая. Кто хочет за... Ладно, не будем эту тему развивать, а то вот это еще. Вот у нас Головинское шоссе. Маяковский. Ну ладно, на этом прогулочка у нас будет считаться завершенной. Дальше у тех, наверное, жилых комплексов Талисман на Водном, Водный. Может быть, заглянем в Кронштадтский 9, наверное, уже логично будет там побывать в нашем следующем выпуске. Это уже будет поближе к станции метро Водный стадион.